И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. И мы видим состав на сегодняшнюю игру. Старая добрая 4-3-3 схема. Ничего принципиально нового. Тренер решил положиться на проверенный вариант. Покинул центр поля, и главный матч Лиги Европы стартовал. Теперь у нас впереди как минимум 90 минут и футбол от лучших клубов этого турнира. Есть вариант развития атаки. И пробил он по воротам. Браво, вратарь! Атака через фланг. Есть тут свободное пространство. Оставляет мяч для навеса. Это легкий мяч. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Разгадали замысел соперника.